Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi 93 года выпуска. Двигатель 2 литра турбодизель. Коробка механическая, полный привод. Пробег на автомобиле 314 тысяч километров. Заменю на нем задние тормозные колодки. Колодки здесь стоят барабанные. Износились они до металла, насколько я понял. И хозяин предыдущий взял, ослабил ручной тормоз в салоне на самом рычаге ручного тормоза. Поднимаю автомобиль, снимаю оба задних колеса и снимаем барабаны. Поднял автомобиль, снял колесо. Здесь болт не родной стоит. Беру болтик М8, но сначала брызну во все места, где может смазка проникнуть. А нету там резьбы. Ну, вот здесь есть. Похоже, что на барабане выработка, и она цепляется за колодки, не дает мне снять барабан. Сзади должно быть окошко. А вот она, резинка. Да. Сейчас трещотку через это окошко разведем. Вон она, трещоточка. Да, выкручена она полностью. Да, действительно, вот он, бортик, выработка. Ну, эта сторона не до металла.
Снимаю пружины. Вот он, который я пытался трещоточку механизм свести, насколько он уже разведен. Ну, снимаю вот эти прижимные пружинки. Шайба прикипела к колодке. И все, здесь колодку снимаю в стяге тормоза. Берем новые колодки. Вот это, конечно, мне не нравится, что под пыльником тормозуха. Новые колодки буду устанавливать фирмы Zekert. Номер их идет BK4037. Колодка идет без рычага. Рычаг надо будет на ручник переставлять. Колодки идут попарно упакованные. Левая, правая. Они разные. Отличается вот этим штырьком. Вот это на эту сторону, а это на ту сторону. Разница в толщине накладки на колодке. Износ приличный. Сейчас снимаю вот этот стопор, переставляю сюда рычаг и устанавливаю. Стопор снимается довольно-таки легко. Берем его, разжимаем. Все, стопор снял. Здесь идет дистанционная прижимная шайба. И рычаг снял.
Немножко почищу щеткой по металлу. Чуть-чуть почистил. Беру колодку, ставлю рычаг, ставлю шайбу и вставляю стопор. Стопор додавливаю пассатижами. Вот. И сдавливаем его. Все, зафиксировали. Рычаг у нас ходит. Теперь вот этот механизм чистим и не смазываем его. Он должен быть сухим. Здесь у него видно, смазки изначально и не было. На резьбе смазки нет, а с этой стороны смазка была. Все это почистил. Крутится мягенько резьба. Эту сторону беру немножко, смазываю. Смазываю Фэби смазкой, которую под пыльники набиваю. Номер ее идет 31942. Эту колодку одеваю на трос ручного тормоза. Это у нас одевается вот сюда. Берем пружину, одеваем сюда. И заводим механизм. Механизм заводится в эту сторону. Одеваем нижнюю пружинку. И одеваю вот эту пружинку. Все, остается нам поставить только вот эти прижимные пружинки.
одну и вторую. Теперь устанавливаем тормозной барабан и сзади вот через то окошечко подводим трещотку отверткой. Сейчас попробую показать как. Будет. Берем отвертку и вот эту трещоточку мы выкручиваем, крутим ее вниз. До того момента, пока у нас барабан, то есть колодки не подожмутся к барабану. Вот видно, она выкручиваться начала. Барабан у нас легко встал. А вот теперь сзади начинаю ее подводить. Вот так и оставляем. Ставим колесо и аналогичным образом меняем колодки со второй стороны. А после этого уже в салоне подрегулирую ручник. А со второй стороны снял барабан здесь от колодки, от передней. Осталась только вот такая вот накладочка. Главное, металлом еще не драло, а колодку уже разлохматило. И эта сторона влажная, но подтеков нет. Но я думаю, что сейчас, сняв пружинки, сжав цилиндрик, из-под пыльника побежит также тормозуха. Все, колеса я установил. Снимаем в салоне вот эту вот накладку. И здесь у нас снизу вот она гайка. Натягиваем ее. Она без контрагайки. Все, я даже руками натянул. Можно еще маленько. Все, ручник держит. Если взять автомобиль, потолкать, он не толкается. Катается.
Вот так очень легко и просто регулируется ручной тормоз. На этом все. Замену задних тормозных колодок я закончил. Всего вам доброго.